Привет, привет, мои дорогие. У меня дожор грибов. Это уже поздний, ну, поздний ужин. Ну, что мы поели? Капусты и бутербродик. Ну, надо пожрать. Потому что я пожарила мясцо. Вот свининку. Просто с луком добавила приправок. И вот нашла капусту, что у меня тут осталось. Надо дожрать. Макарончики с мясом. Ну, вот не доели немножко грибов. Что-то меня не полностью видно. Как у вас дела, мои дорогие? Присаживайтесь со мной, кто хочет кушать. А я пожру с удовольствием. Правда, машинку слышу, наверное. Обалденно. Думаю, что быстренько сготовить, да? Раз, мяско пожарила. Сначала лучок, потом мяско. И не надо ничего умудряться. Но в этот раз я еще добавила приправок. Что-то мне начинают нравиться приправы. И, кстати, мы когда ездили на дачу, Алинка делала салат. Там вообще прям, ну, похожий на Цезарь, но там идут вообще три, по-моему, ингредиента. Даже сыра нет. Я обычно не могу сыр добавить вот так вот. Я на курицу жарила в приправе для курицы. Так мне понравилось. Обалденно. Я сегодня торопилась домой, она не должна была приехать. Не купила. Капусту китайскую не купила. А так можно сделать. Доедаем. Весь чиполинка пожарился сюда, что не доели. Ой. И я еще побольше водички залила мяско, чтобы потушить, чтобы оно было. Ой, такие макарошки. Прям сыренькие. Не забывайте, что не съедите, понадкусывайте. Это обязательно. У меня с мукбангами ничего не пропадает. Для чего стоит дозавести канал, чтобы ничего не пропадало? Красота пришла. Давай, ты только что ела. Ты у меня не разродишься, красота. Привезли тетю. Аня выставила корм. Она уже его нюхает. Но он закрытый. В упаковке. Кстати, здесь мясо опять много-много лука. Я 2,5 луковицы обжарила. Вы представляете? Потом мяско. О, вообще вкусно. Хотя, да. Вот как кто говорит, многие сейчас до сих пор лук не едят. Я в девчонках лук не любила. Как-то привыкла. Юль, ты только что ел. Я знаю, что ты все сожрешь. Как и я. Еще немножко осталось, еще чуть-чуть.
Уже вечер. Я уж не стала губы-то мазать. Думаю, ну чё? И так сожру. Юль, вообще интересно, если вот мешок корма перед ним поставить большой, сколько они сожрут? Пока не облюдутся. Я тебе сказал, ты только что ела. На. Мясо перченое. Ну все? Горячая? Ну, очень вкусно. Тут Яня, говорю, Ян, слушай, карате хочу вроде. Говорит, мам, на последний раз, ну, у меня не было, что ли, где-то. А, Яна как раз была, ну, зачем? Вот заказывали, такие невкусные принесли. Я даже им жалобу написала. Но пока молчат. Один рис разваливается. Капуста, конечно, вкусная. Надо еще купить баночку. Ну, мне ее надолго хватает. И на винегрет хватило. На все, на все. Как вкусненько. Ничего, у нас Юлька не пропадает. Все, все. Ну, я доела, уже насытилась практически. Как всегда, тарелки у меня есть кому мыть. Кто меня смотрит, это знает. Все, всех обняла. Чмоки, чмоки, пока.